14 серия сериала «Гадалка». Дело о погибшей в парке девушке оказывается еще более запутанным, чем предполагалось вначале. Люся и Потапов разными методами, но дополняя друг друга, выстраивает цепочку трагических обстоятельств. Влюбленный в Люсю Макс предлагает девушке полететь с ним в Париж. Люся же помогает Потапову выбрать костюм на предстоящую свадьбу с Мариной. Тем временем подтверждается догадка, что прессинг Потапова начался по сигналу сверху. Однако до сих пор непонятно, кто этот высокопоставленный заказчик. На Потапова совершается покушение. Посмотреть очередную серию вы сможете 4 марта.